Вопрос, что делать с бездомными животными, до сих пор остается открытым, хотя некоторые приюты пытаются найти решение проблемы. Поэтому сегодня мы решили узнать, какой выход из этой ситуации предлагают жители Владимира. Как вы считаете, что можно делать с бродячими собаками? Создавать приюты, я считаю, что это будет наиболее правильное решение, да. Обязательно отправлять приюты. Приюты нужно развивать это. Ни в коем случае не убивать собак. Да. Вот, но приюты... Это наши, выделять дополнительное финансирование. Это, соответственно, должен заниматься бюджет непосредственно области, города, субъекта, в принципе, и обязательно развивать приюты. А с другой стороны, и наши жители должны понимать ответственность и все-таки помогать братьям нашим меньше. Быть может, коммерческие организации, как в качестве благотворительной помощи, как мы знаем, банки многие на это как бы положительно достаточно смотрят, ну и крупные, в принципе, предприятия. Это обязательно. И самое главное еще вакцинация. Не забывать об этом. Тоже здоровье, это наших детей и наших близких. Как вы считаете, что нужно делать с бродячими собаками и с бездомными животными вообще? Ну, помогать им всячески. Может, как-то в приют забирать, то чтобы люди помогали. Ну, ни в коем случае нельзя их убивать, потому что это как бы животные, тоже живые существа. Нужно заботиться о них. В целом, с теми животными, которые уже напали на людей, я считаю, то, что их нужно усыплять. А животных, которые на улице находятся, я понимаю то, что нету денег, чтобы их содержать всех в питомнике. Их нужно отлавливать и кастрировать, стерилизовать точнее, и отпускать обратно на улицу.